работу станка, чтобы отработать движение до автоматизма, упорные занятия в партере. Все для того, чтобы впоследствии танец казался легким, изящным. Как обучают народным танцам, узнали родители учеников. В детской школе искусств имени Верстовского провели открытый урок. Такие открытые уроки, они очень полезны. Во-первых, для самих преподавателей, для детей, которые учатся. Родители смогут ознакомиться с тем, что происходит в классе, оценить своего ребенка. Урок прошел под руководством заслуженного работника образования России Людмилы Алексеевой. Ее ученики защищают честь округа в различных конкурсах в составе ансамбля «Химчаночка». После 8 лет обучения в школе выпускники получают удостоверение государственного образца и поступают в ведущие хореографические школы России.